Ну, вы знаете, я думаю, если Конституция будет изменена только для того, чтобы сам Лукашенко оставался во власти. Я считаю этого человека больным властью. Он сам никогда не захочет ее кому-то передать, там, ни детям, ни внукам, никому. Он все время будет оттягивать, говорит, да я же здоровый, здоровый, пока не перестанет соображать. Если, конечно, до этого времени он не сдаст нас, или мы его не уберем. Я надеюсь, что уже недолго, потому что Россия, чтобы принудить его к сдаче страны, каждый год уменьшает дотации. А вы знаете, 200 тысяч правоохранителей, так называемых, голодных, это очень опасная вещь. Я недавно читал, в Америке один мужчина имел 18 собак и не, где-то как-то стал их плохо кормить. Ну, ботинки нашли.